Здравствуйте, здравствуйте! Все готово к футболу на стадионе Сан-Сиро, что в Милане. Футболист. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Состав Лацио. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Здравствуйте, здравствуйте! Все готово к футболу на стадионе Сан-Сиро, что в Милане. Футболист. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Состав Лацио. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Здравствуйте, здравствуйте! Все готово к футболу на стадионе Сан-Сиро, что в Милане. Футболист. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Состав Лацио. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Состав Лацио. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Состав Лацио. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Состав Лацио. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Здравствуйте, здравствуйте! Все готово к футболу на стадионе Сан-Сиро, что в Милане. Футболист. Здравствуйте, здравствуйте! Все готово к футболу на стадионе Сан-Сиро, что в Милане. Футболист. Команды начинают эту игру. Поехали! Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Стефан Раду.
Джакомо Бонавентура. Мяч будет введен из-за боковой.